Всем наигрывающим привет, и вы на канале Супергекта. И сегодня я хочу вам рассказать о том, какой у меня получился улов в черную пятницу из магазина. Подружка! Причем, кстати говоря, эта черная пятница проходит вроде даже только онлайн. Уточните это на сайте непосредственно. И, конечно же, еще продолжается черная пятница, поэтому спешите что-то приобретать. Причем, также обратила внимание, что вроде как меняются цены. К примеру, сейчас тканевые маски можно приобрести за 30 рублей. Согласитесь, это очень круто, так как маски это курс, и если брать какую-то конкретную одну маску, то желательно взять хотя бы курс на неделю. Ну, и считайте. А так маска будет стоить 100 рублей, может чуть меньше, но неважно. Желаю вам приятного просмотра, заварите чайку, кофейку, возьмите что-нибудь вкусненькое и погнали! Здесь по бокам, то есть везде наклейки в новогоднем таком стиле, уже в новогоднем формате. Это очень мило, тут какие-то елочки. А, неважно. В общем, упаковали все прекрасно. Сверху бумага защитная, которая на самом деле вряд ли чем-то поможет, но все равно приятно. Вот, и что же я приобрела? Ну, в первую очередь, по очень выгодной цене, это была скидка 25%, я ухватила вот это средство. Ну как средство? Не одно средство, а тут целый у нас набор. Осветление до 6 тонов, стойкое тонирование, без аммиака. Секрет идеального блонда, это Estelle 1265. Здесь такой розовый оттенок, он действительно присутствует и присутствует долго. То есть, например, однажды я помню, как-то покрасила волосы, и он у меня уже на второй день уже значительно, да, слез, то сейчас держалась долго. Это круто, мне очень понравилась данная ситуация. То есть вот такой же, да, розовый, красивый получается, деликатный и обалденный. Да, так что очень рекомендую вот этот набор, он потрясающий и хороший. После него волосы, кстати, в хорошем состоянии, никаких проблем я не наблюдаю. Вот, мне нравится состояние волос и как они выглядят и все такое. Ну давайте, может быть, покажу вам, да, что внутри находится. Это две вот такие вот упаковки, соответствующие каждому своему действию, глубокое осветление и стойкое тонирование. И здесь также находится вот такая вот книжечка, в которой также можно найти полезную информацию, касающуюся вот этих двух продуктов. Вот, так, значит, погнали дальше. Хотите ли вы знать цены, за которые я приобрела? Ну, давайте назову. Набор мне обошелся в 395 рублей. Это действительно выгодно. Полная стоимость там от 500 рублей. Вот, без каких-либо скидочек. Следующее, что я взяла, давненько у меня лежало в виш-листе на сайте «Подружка». И это спред The Low Body Butter, на самом деле. Производитель или просто эта серия, но называется So Sorry Not Sorry. Вот. Выглядит все ярко, конечно, это сделано, как вы поняли, да, в формате спреда. И, собственно, здесь у нас находится закрывашка. Опа, открываем. И, оп, скрываем. Это маслица, боже мой! Я даже не подозревала, что здесь будет такой потрясающий аромат. На самом деле, кстати, этот товар шел по выгодной цене. Возможно, сейчас, скорее всего, так и есть, идет сейчас тоже. Вот он до конца месяца. Боже, какой аромат, стиле Lush. Я вам сразу говорю, стиле Lush. На вид масло такое плотное. Так, набираем. Размазываем. И что мы имеем? Ну, приятное такое впечатление. Знаете, даже легкий охлаждающий эффект. При этом увлажнение и питание явно поступают сразу к коже. Это просто великолепно. Сама упаковка, ее оформление, вы только посмотрите. Там, кстати, есть разные варианты, еще есть пена. И цены, в принципе, не очень большие. То есть, ну, вполне можно приобрести. Я постепенно, видимо, все попробую, потому что это прям очень круто. Ну вы посмотрите, супер. В состав средства входят масла конопли, органы и кокоса. Вкусняшка. Когда я брала, и в принципе здесь тоже это указано, что тут должен присутствовать приятный такой аромат миндаля. Но я бы сказала, что это пахнет не миндалем, а какими-то такими очень приятными сладковатыми травами или что-то подобное. И чем-то еще, какой-то конфетой. Вот все вот это перемешайте и получите вот этот вкусный клевый аромат. В общем, надо тестировать, и вы поймете, о чем я говорю.
Просто класс. По выгодной цене мне обошлось это масло, этот спред, в 248 рублей. Следующее, это массажная расческа складная. За 168 рублей она мне обошлась по скидке. К слову, у меня получается только два товара по выгодной цене. Все остальное, это вот как раз черная пятница. И сейчас я вам ее покажу. Lady Pink. К слову, тоже проходит акция. Там 1 плюс 1 равно 3. Вот, имейте в виду. Черная, пластик, состав. Производитель Green Plastic. Расчеточка по качеству мне очень понравилась. Здесь внутри находится зеркальце хорошего качества. Здесь у нас также удобно выдвигается расчесочка вот таким вот образом. Мне просто сейчас не очень удобно одной рукой, да, как бы все это на весу. Но так это все производится, ну, абсолютно лайтово. Далее мы точно так же в то же положение возвращаем, да, закрываем. Ну, все вы знаете это. Очень удобно. Здесь матовая поверхность, черная матовая. Очень удобны такие расчесочки, потому что их не составляет труда просто даже положить в кармашек. Удобный аксессуар для волос. Купила сразу две жидкости для снятия лака. И обошлась вот эта красота всего 44 рубля. То есть каждый тюбик. Pink Up Daily Nail Polish. Да, ремува, все такое. Ну, вы поняли. 110 мл с ароматом яблока. И я уже активно начала использовать вот этот вот тюбик. Кстати, без ацетона. А это хорошо, так как мне есть что вам рассказать. А для начала хотелось бы отметить, что здесь действительно аромат яблока. Никакого аромата ацетона не чувствуется. И даже более того, после использования, если понюхать ноготки, то они пахнут яблочком. Это мило. Ну и так, в принципе, тоже ощущается. Минус упаковка. Я со второго раза, когда открыла, причем, извините, я не применяла сюда какие-то силы, там, знаете, или как-то так открывала резко, ничего такого не было. То есть я открыла абсолютно нормально, спокойно. Но в итоге здесь крышечка отвалилась слегка. То есть, насколько здесь хлипкий пластик, вот это вот минус. Само средство, конечно, прекрасно справляется с лаками. Не могу сказать, что это супер идеально, но за такую цену, извините, что тут говорить. То есть, к примеру, если сравнивать с Ивраршевским средством для снятия лака, то там, конечно, прям идеально со всеми лаками, все быстро. Тут чуть хуже, но сколько стоит в Ивраше, сколько здесь. То есть, соответственно, может, лучше я здесь чуть-чуть, да, там на несколько секунд дольше потружусь, чем я буду отдавать, допустим, больше количество денег. Но это к тому, что если вы, допустим, предпочтете подешевле, то вот этот вариант неплох. Взяла два и очень-очень рада. Надеюсь, со вторым такого не произойдет. Такой очень приятный, кстати говоря, приятный такой покрытие. Они по ощущению очень клевые. Вот этот товар тоже, это выгодная цена. Я взяла корректор для маникюра от Pink Up. Карандаш такой, да. И мне всегда нужны такие штуки, они справляют свои задачи, как правило, ну, по крайней мере, всех, что я заказывала, хорошо, и мне это нравится. Периодически приобретаю, и вот в этот раз приобрела, и думаю, вот как здорово, да, повезло, что прям выгодная цена. Обошлось мне это средство всего лишь за 179 рублей. Единственное, что предыдущие карандаши были достаточно толстые, то тут он как-то прям тонковат, ну прям супер тонкий. Да, это странно. Ну ладно, здесь у нас запасник. Так, ну что ж ты не открываешься? Почему-то с трудом открыла, не знаю почему. Даже наклейка здесь не была наклеена со штрих-кодом. Вот, ну почему-то тяжело. Кстати, аромат очень приятный. Ну, неплохо, неплохо. В запасе находится еще два стика. Вот это минус. Лучше было бы три. Два маловато, мне кажется. Все-таки, если лаки используешь темные, то довольно-таки быстро вот эти вот стики приходят в негодность, что логично, в общем-то. Так что рада покупке, клево. Если вам тоже нужно, спешите, приобретайте. Также у меня позаканчивались топовые покрытия, и на самом деле это, ну так сказать, знаете, трудно вообще найти что-то прям идеальное. Могут быть какие-то косяки. Сначала я хотела одно средство взять, которое давненько брала, но в отзывах почитала, что оно смазывает лак, и я вспомнила, да, действительно было такое дело, потому что я его уже брала. И тут другая ситуация, то есть похвалили Орли, сказали, Орли выигрывает, и я решила вот взять Орли. Это средство топовое, да, для покрытие лака, да, то есть это топ, и при этом это быстрая сушка, что большой-большой плюс. Мини 9 мл, я уже тоже попользовалась, и хочу сказать, да, я вам рекомендую, определенно берите, то есть по-настоящему быстро сушит, в отличие там от некоторых лаков, которые заявляют, что быстро сушит, но этого не происходит, либо какие-то дефекты, да, образуются, как скажем, то, что лак слезает действительно, или размазывается как-то, вот всякое такое. Тут просто идеальный вариант,
присмотритесь, и кисточка здесь удобная. Единственное, ну это я думаю только в начале, очень сложно нанести аккуратненько, поскольку набирает кисть сразу очень много, и он начинает по бокам растекаться. Но с учетом того, что у меня есть корректирующий карандаш, мне это как бы слабо парит. Вот. Главное, что выполняет свою задачу. Буду тестировать, уже более окончательный вердикт, естественно, будет в пустых баночках. 336 рублей обошлось мне это средство. А базовое покрытие тоже позаканчивалось, и поэтому я взяла вот такое. Кстати, насчет топового покрытия я немножко слукавила, скажем так. Ну, невольно, по правде говоря. Потому что я уже списала от Эфраше средство, так как оно работает весьма и весьма странно. Ну, потом о нем расскажу в пустых баночках. То, что, к сожалению, с ним... Лак превращается в гармошку, через какое-то время оно не сохнет. Это минус. А так, в принципе, можно сказать, что у меня уже ничего и не было. Это пинкап, базовое покрытие, 134 рубля, я считаю, что довольно-таки выгодно. У меня вот, кстати, были какие-то средства от пинкапа, и, в общем-то, они меня полностью устроили, так что проблемы не вижу. Я пока еще не тестировала, не пробовала. Ну вот видите, даже туго открывается. Ну вот кисточка хорошая, но я говорю, у меня уже от пинкап что-то было, поэтому не новость. Мне, в общем-то, нравится именно базовое покрытие, меня устраивает полностью. По-моему, даже топовое какое-то тоже устраивает, но в этот раз мне захотелось взять что-нибудь подороже. Это просто была моя фишка. Ладно. Ну что ж, вот такой у меня был заказ. Я надеюсь, вам понравилось это видео, принесло полезную информацию. Если это так, то обязательно ставьте лайк и пишите ваши комментарии. Я с удовольствием их почитаю. Пишите побольше чего-нибудь, действительно, чтобы было интересно. И вообще ваше мнение мне тоже любопытно. Ну а на этом я желаю вам всего самого прекрасного, самого замечательного. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем удачи, счастья и пока. До встречи в следующих видео.